изменяешься, и все вокруг изменяется вместе с тобой. Зачем мне это надо? Как поступать не так, как всегда? Что может случиться в жизни, чтобы ты перевернул себя вверх тормашками? Трансформация. Потрясающе, так просто. Ты изменяешься, делаешь то, чего не делал раньше, и мир реагирует на твои поступки по-новому. Смотри, по декабрю выездов вряд ли будет, все в Москве. Единственное, что надо решить по январю, почему у нас отпуск, когда начнем. Ну да, решим по срокам, потому что, конечно, в отпуск уже хочется. Потому что почитать что-то. Сейчас читать что-нибудь? Да, ты знаешь, интересная такая книженца одна попалась. «Трансформация» называется. Про смену пола? Да, нет. Нет, ты знаешь, это психология о любви, о взаимоотношениях человеческих, о том, как себя изменить, трансформировать самого себя. Ну, хорошо. Ну, собственно говоря, если изменить хочешь, то ничего не делай. Просто придет время, и как в песне поется, не помню, кто ее написал, только вот «дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, и ты поймешь». Ну да ну ладно. Алло, да, я слушаю вас. Нет, вы знаете, вообще никак не интересует. Инвестиции никакие, нет. Спасибо. Это называется, да, не суй свой взнос не в свое дело. Не суй взнос не в свое дело? Вторая серия. Просто, знаешь, девушку встретил. Валер, вообще не знаю, что со мной происходит, на самом деле. Жду ее звонка, но я думаю, что вряд ли позвонит, потому что подумает, что маньяк какой-нибудь или еще что-то. Ну, это правильно. На маньяка ты похож. Ну, да, блин. Алло, да. Алло. Привет, это я. Да, конечно. Да, я ждал. Да, прямо сегодня. Готов. Недавно книгу одну прочитал. «Трансформация» называется. Что такое? Минута, время бежит, как в окне авто пролетает жизнь.
круги твои, свивая в тугую нить. И не в силах ты ничего изменить. Любовь — это законов закон. Любовь — это рядом, она и он. Изменяйся, живя, изменяй, живи. Трансформация — второе имя любви.